Дети мои далеко. Большая часть. Три четверти моих детей. И, конечно, меня клонит в эту сторону. О чем там дети? Тайно шепчутся, не поднимая тихих глаз. Три нити маминого жемчуга мне стали в самый раз. Да ни богатого, ни крупного, немного в свечке киловатт. Для горла птичьего, для хрупкого он был всегда великоват. Ходила с сумками ненужными, а ведь могла еще парить. Не скоро бусами жемчужными смогла я маму одарить. Пока же радостями женскими кристаллы, нитка, свет, тепло. Да вот застежками богемскими чехословацкое стекло. Ах, бусы новенькие, честные, и каждый получал свое. Все, чем одаривала Чехия, шарфы, перчатки и белье. Теперь смотрю, другая женщина там у окна в свой темный час. Три нити маминого жемчуга ей стали в самый самый раз. Три нити маминого жемчуга ей стали в самый